вот так, как делает Иван Александрович, ни в коем случае нельзя делать. Потому что мы стараться только рыбаном. Только мягкой щеткой, как с машиной. Открывай, Вань, хватит. Смотрите, рассказываем про хлебницу. Ширина у нее 1,17 м. Длина 2, 3, 4 метра. Высота основания 20 сантиметров, высота створок самая высокая 590, нижняя 570. Значит, если при покупке каркаса, всю вот эту фурнитуру, кроме поликарбоната, вы получаете в комплекте с каркасом. То есть, это вот эти вот резиночки, крепеж, саморезики, торцевой профиль. Сверху ставится без перфоленты, внизу с перфолентой. Саморезы по дереву. То есть все, что нужно для крепления и сборки каркаса и поликарбоната. Все вот эти вот саморезы. Сборка очень легкая. Главное, куда надо, что надо прикрутить. Ограничитель на большой створке стоит. Вот видите, на него опирается маленькая створка. И к ней прикручена ручка. Рекомендуем. Что мы рекомендуем сейчас? Как мы видим, он стоит, брус старый, ну как старый, предыдущий 100 на 100. А мы рекомендуем ставить парник на доску 50 на 150. Сразу же высота поменялась. И дешевле вариант этот. Можно сделать несколько рядов, 2, 3, 4, как вам удобно. То есть все аккуратно, красиво. Соединение, например, на 3-метровом и 4-метровом происходит с помощью стыковочного профиля неразъемного, в который входит поликарбонат. Ну и, соответственно, саморезов. Например, боковые части крепятся с помощью клопов через профиль. Видите, низ саморезы по дереву тоже через профиль. Вверху же все наоборот. Идет крепление шайба и клоп. По бокам, где резинки, идет кровельный саморез 5,5 на 19 шайбой. Сам каркас собирается с помощью саморезов 5,5 на 19 кровля. Вот они, 1, 2, 3, 4. Везде вот где элементы металлические, как и нижняя рама. Рама к фундаменту прикручивается саморез с шайбочкой. Все это идет в комплекте. Плюс мы еще ложим баллончик краски для подкрашивания, если отправляем в другой регион. Открой, Вань, туда-сюда, обратно. Нижнюю закрой, боковую открой. Здесь он просто стоит, там не подойти. Вот так нижняя часть закрывается. Также, Вань, в трех положениях сделай. Есть специальный крючок. Кто-то его тут погнул уже, вандалы. Приоткрывается рукой легко. Видите, раз, вот такой вот потом можно повышить. Два, то есть фиксируется на предмет, два проветра. И третье, полностью открыть. Полностью открыто. Также вторая сторона, то есть закрыли низкую сторону и открыли большую. Ее тоже можно также регулировать в эти же, то есть хвостики. И все. Также есть на большой хлебнице, как мы видим, ручка. Все это есть, все это входит. Ну-ка, пошевели туда и обратно. Все легко открывается, закрывается. Закрой ее обратно. Смотрите, просто подходом. Вот так. Ну-ка и в другую, последний раз. С другой стороны. Еще раз. Маленькую с этой стороны открой, закрой. Вот, все. Вот такая хлебница. Напоминаю, они идут шириной 1,17 м, длиной 2, 3, 4 метра. Высота общая получается 80 сантиметров. Сам ящик вы можете изготовить из досок, бруса или других подручных материалов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем очень вам признательны. 3 метра и вот стоит четверка. Еще есть 2-метровая. Такой получился у нас длинный фильм.